Огромный привет всем моим зрителям, и в этом видео я хотела бы рассказать о том, как не нужно писать письма блогеру. Эта тема навеяна видео Маши о нашем о главном, ссылку на ее видео я оставлю внизу, и, так скажем, изложу свою версию интерпретации событий, не, короче, свою интерпретацию, в общем, потому что меня эта проблема тоже волнует, и у меня есть, так скажем, свои какие-то заметки на этот счет, которые, мне кажется, вызовут у вас понимание, но, во всяком случае, я очень на это надеюсь. Попрошу также без обид, там, не кукситься, не писать: о, все, я тебе не буду больше писать. Ну, в общем-то, так или иначе, как бы сталкиваешься с этим, и, мне кажется, я смогу убедительно пояснить, почему же мне не нравится то или иное событие. Фух, итак, значит, первое, что у меня тут целые списки, это когда пишут сообщения, ну, пишут их достаточно много, в частности, подписчики, в частности, самые первые сообщения, и они очень-очень объемные, при том, что то же самое можно было изложить гораздо более коротко, либо, так скажем, исключить не относящиеся к вопросу детали. Вот, потому что, собственно, преамбула. Сейчас у меня достаточно много писем, и иногда, честно скажу, бывают вообще такие аншлаги, что не хочется даже заходить в социальную сеть, потому что меня там ждут буквально такие десятки сообщений ежедневно, да, и многие из которых просто, ну, как бы неприлично огромных размеров. И человек зачастую, да, просит там как-то помочь его ситуацию, ну, посоветовать что-то. Я вообще-то за, да, если я что-то могу посоветовать, там, или как считает человек, в чем-то разобраться, я только с удовольствием помогу. Но для этого, чтобы разобраться в ситуации, совершенно не обязательно читать 85 абзацев, начиная с детства. И некоторые почему-то думают, что вот мне, как бы, не знаю, нечем заняться, я, ну, забывают, что я работаю там целый день, веду блог, мне еще нужно там отвечать на комментарии, уделять ли время семье, там, ну, короче, живу жизнью, да, обычного человека, соответственно, времени читать огромное количество вот таких писем, которые поступают в личку, при том, что там куча-куча воды, совершенно не имею. Поэтому, пожалуйста, в интересах того, чтобы я действительно прочитала самое важное, если вы что-то пишете, постарайтесь оставить ключевые моменты. И вот эти вот вступления, потом выводы, потом ваши предположения, почему это произошло, а что этому способствовало и так далее, когда это занимает просто огромное количество букв, да, и вот реально я читаю, понимаю, что я в процессе начинаю злиться и думать: блин, я вообще человека не знаю, ни разу в глаза не видела, и мне приходится там по полчаса разбирать буквы, ну, как бы, которые, в принципе, вообще никак не способствуют пониманию конечного вопроса. Вот, ну, надеюсь, доходчиво объяснила, поэтому, пожалуйста, пишите тезисно, кратко, и с удовольствием помогу, чем смогу. Так, ла-ла-ла-ла-ла. То, о чем тоже говорила Маша, это такие вопросы, знаете: ну что, тебе там скучно? Ну давай, может, поболтаем, если ты очень хочешь. То есть вопросы типа: привет, пауза, потом: как дела, что делаешь, какое следующее видео будешь снимать, а о чем оно, а расскажи и так далее. То есть ощущение, что человек реально думает, что я сижу, вот, плюю в потолок и, знаете, в такой надежде: ну когда же мне кто-то напишет уже, спросит, как у меня дела. То есть реально вот заходишь, да, и такой список сообщений, ну просто дико начинаю я беситься, причем я замечаю, что с возрастом нервишки расшатываются, я уже становлюсь психованной. И когда я вижу, что мне 5, предыдущее сообщение просто вот такое вот, и как бы читаешь его и начинаешь перетирать, а следующее просто: ну что там делаешь, ну как ты, как здоровечко, что там надумала снимать, а следующее, чтобы снимать, а следующее, и ты вот как бы раз сидишь, клацаешь, как бы
не отвечать, я пока еще так не делаю, стараюсь там дать понять человеку, но вижу, что многие не понимают. Пожалуйста, пишите по делу, потому что времени просто отчисляться, как правило, нет, потому что если оно есть, то я лучше отвечу на комментарии, которые пишут под видео, чем там, ну, просто заниматься ничего не деланием. Так, следующее, такой щепетильный момент, но он все-таки имеет место быть, это... просьба о помощи, да, и тоже частенько поступают в личку, и в частности некоторые думают, ну, как бы просят не только там меня помочь, да, думают, что ничего такого там нет, что там попросить, я если могу, помогу, не могу, объясню, почему не могу, но... как бы прошу понять такой момент, что многие упирают на то, что ну ты блогер, у тебя там есть какая-то аудитория, пожалуйста, можешь вот осветить мой вопрос, там просьбу, мою проблему перед своей аудиторией и попросить какой-то помощи. Вот, и некоторые не очень понимают, что там пытаешься как бы, ну, объяснить, что канал предназначен для другого. И мне, с одной стороны, не очень хочется использовать зрителей, да, для того, чтобы как бы навязывать им вот это стремление быть там добрыми, хорошими. Я считаю, что это акт доброй воли, и как бы нельзя человека принуждать там помощь, еще что-то. Это вот чисто должно быть веление изнутри. И с другой стороны, я прекрасно понимаю, что когда начинаешь такие вещи публично освещать, очень многие воспринимают это как личный пиар. И, соответственно, вместо того, чтобы там добиться реальной помощи человеку, я навлеку на себя гнев, это все будет муссироваться, что ты там решила попиариться, что тебе там кого-то жалко, вот выставить себя в таком свете, еще и за наш счет помочь, ну и так далее. Короче, негатива будет очень немало, поэтому... прошу понять, что таких сообщений мне приходит много, и я знаю, что большая часть из них реально как бы стоит внимания, и там действительно люди, которым нужна помощь, но я не могу просто никак о каждом случае снимать видео, там рассказывать, да, иначе мой канал превратится вот эта страница ВКонтакте, где просто одно за одним видео о каких-нибудь случаях, просто перестанут люди это смотреть, естественно, потому что кому хочется помочь, они знают, что можно прийти в соцсети, там, соответственно, найти группы, где детям нужна помощь и так далее. Поэтому я со своей стороны стараюсь сделать там перепост, ну, как-то помочь тем, что от меня зависит, но так, чтобы это не навязывать окружающим и чтобы как бы не пользоваться некой своей публичностью, дабы это все не муссировалось на тему моего самопиара. Вот. Прошу как бы войти в мое положение и не воспринимать это как равнодушие или что я там холодная черство стерва и еще что-нибудь в таком духе. Так, далее какие-то вопросы, которые содержат в себе информацию, в принципе, знать которую я совершенно не могу. То есть мне частенько, очень часто задают вопросы, типа, у меня там на спине сыпь в шахматном порядке, каждый прыщ покрылся белой головкой. Короче, все такие, ну, вообще какие-то подробности, знаете, которые, ну, не всякий дерматолог знает и разберется. Естественно, я, извините, я такой же человек, как вы, я там лишнего не читаю, я не врач, поэтому, когда мне, или там, из последнего, вот, что я зимой там машу на себя рукой, я начинаю курить, пить, гулять, в общем, впадаю в такой образ жизни непотребный, весной прихожу в себя, все у меня замечательно, это нормально, но откуда я могу знать, нормально это или нет, я чего там, психолог, или как бы я когда-то выдавала себя за человека, который разбирается в болезнях, я вообще не знаю. То есть, опять-таки, такие здоровенные письма очень часто, там, что еще там, чуть ли не про лунатизм, вообще такие вещи, ну, я понятия не имею, я не врач. И как бы ставить диагнозы я тоже не могу, соответственно, не понимаю, откуда люди думают, что я там могу разобраться в том, где у них что болит, что у них там руку вывихнуло в три части и какой перелом, какой кости у них случился. То есть вообще очень часто такие сообщения приходят и каждый раз читаешь и недоумеваешь. Вроде как, знаете, с одной стороны человек поверил, что ты можешь разобраться, как-то и неудобно ему сказать, да я вообще первый раз это вижу. Вот. И с другой стороны, обидеть не хочется.
как бы приходится писать, что я вообще не алло совершенно в этой теме, обратитесь к специалисту. Так, следующее — это навязчивое предложение своих услуг, потом, что там еще, предложение попиарить кого-то, потом предложение там, например, да, из последнего: Алена, давай я тебе сделаю сайт, тоже длинный-длинный список. Значит, ты взамен расскажешь про меня, про мои способности, покажешь сайт, оставишь все мои контакты, короче, хорошенечко там пропиаришь меня, как я зашибись делаю сайты, вот, и все это я сделаю за символические деньги, ну, в смысле, не я, а человек, то есть он мне за плату платно окажет какую-то услугу, взамен этого я ему плачу деньги, еще всячески его на канале пиарю, рассказываю, советую подписчикам и так далее. То есть мне тоже как-то это крайне непонятно, и я вообще против навязчивости, в частности, очень часто сообщение: вот я на тебя подписалась, там, если хочешь, подпишись на меня, я пишу: не хочу, тогда, ну хорошо, подумай, почему ты не хочешь, у меня такие интересные видео, я опять: не хочу, ну как же не хочешь, вот тебе всего лишь перейти по этой ссылке, из той же серии: вступи в группу, если хочешь, вступи в 87 моих групп, я отвечаю: да не очень-то я хочу, ответ человек пишет: а почему, вот тебе списочек, ну что ты, пройдись там, повступай. Ну, я не хочу, чтобы мне вот эти огромные сообщения приходили о том, что куда добавил, кто, и, собственно, вот это читать, там копаться и совершенно не видеть ничего нужного, а потом как бы плавать в море этой информации, на которую я, собственно, не подвязывалась. Вот, поэтому я тоже против вот такого навязчивого предложения своих услуг, всяких там халявных вариантов, знаете, пиара там: ну давай ты меня пропиаришь, ну давай ты там снимешь обо мне видео, порассказываешь взамен на какую-то призрачную перспективу чего-то там. То есть тоже, не знаю, у меня, по-моему, тут не написано лох или дура, непонятно, откуда люди думают, что я прям первый раз в жизни, собственно, в виде их маленькую фоточку кинусь их раскручивать там и так далее. Судя вот по тону письма, не уверена, что для меня это вообще какая-то золотая возможность наконец-то вывести какого-то человека в люди. И я должна за нее хвататься и прям пиарить его, пиарить и рассказывать о нем везде. И вообще почитать это как за великую возможность там сделать в жизни добро. Так, следующее, всякие там варианты: приди ко мне, подскажи там, что у меня с каналом так, не так. Особенный первый, вот буквально там неделю назад мне пришел: Алена, подпишись на меня, потому что я буду самым крутым блогером, ля-ля-ля. И в конце, в общем, оказывается, что девушка даже не начинала снимать видео. То есть она, у нее реально ни одного добавленного видео нет, при этом она же активно ходит и пытается себе наработать какую-то базу. Я, причем, ради интереса зашла, там ноль подписчиков, просто ноль. И она, бедняга, вот ходит, не ленится же всех просить на нее подписаться, вместо того, чтобы начать наконец-то снимать видео, так скажем, подписчики сами пойдут. Тоже против навязчивости в этой сфере и против того, чтобы активно вот так вот, знаете, свою кандидатуру влипать в окно, так, чтобы человеку просто без вариантов было куда-то деться. То есть я спокойненько сижу, да, занимаюсь своими делами. Тут вот эти активные ссылки приходят. Некоторые даже не пишут: Алена, пройди там, пожалуйста, посмотри, не знаю, хоть какая-то преамбула ради приличия. Просто приходит ссылка, да, и потом: это что такое? Ссылка. Куда? То есть мне еще надо вытягивать из человека, что он там имел в виду. В конце там 20-минутной переписки оказывается, что это, значит, ссылка на ее видео, которое она хочет, чтобы я оценила. Ну, не привет, там, не как дела, ничего делаешь, не если минутка, можешь помочь, просто тупо ты сама поймешь, что делать, вперед, детка. В общем, жутко, я прям рассказываю, расколбасить будет. Вот, тоже вообще не знаю, что это такое. И я, кстати, снимала целую кучу видео про советы блогерам, про то, как там пытаться раскрутиться, как это лучше сделать, как даже себя там где-то пиарить и предлагать там, в кавычках, свой продукт на других каналах. Тоже ссылку оставлю внизу, там целый плейлист, в общем, много всего. Уже, честно говоря, 25 раз я про одно уже говорила.
Поэтому, если вам интересно, почитайте. Никогда я не рассказывала про то, что надо активно спамить и так вот агрессивно проталкивать, да, под видом там обмана, еще что-то на дурачка свои видео. Это вообще не работает, и как бы вряд ли на вас подпишется хоть один человек, лучше заняться делом. И тогда подписчики сами пойдут.